Начинаем голос. Полетели в игру. Ножи! Все, погнали, 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 давай! Понеслась! Итак, уже перестрелка. Угу. А, классная перестрелка, кстати. Смотри, он его с B4-4 убил. Нормально. Пошла. Смотри, сейчас какая 2-2 ситуация у нас получается. По КП все, в принципе, одинаковое. Опа! Все. 1-1. И все. Слушайте, ну я думаю, что это стей. Я думаю, что это стей на трейне, потому по-любому, что... По-любому. Да, мне нет кажется, смысла выбирать атаку. Террористов там очень тяжело просто. И знаете, делать. Это шанс. Голос, если можно, чтобы я тебя не слышал, пожалуйста. Да, вот. И за КТ начнут. Фандер, соответственно, будет за Т. АВП, который придется искать позицию, то есть не сможет просто встать. Да. Да? Поэтому, возможно, это плюс. Ну, это нет, это несомненно плюс. Мне кажется, можно передать сигнал голосу, чтобы, наверное, на время игры как-то свернули фоллу табличку, потому что она закрывает... А, виджет. Да, виджет. Если есть возможность закрывает. Убрать виджет подписок на нас, на стримеров, который висит у нас на экране, будет тоже хорошо. Чтобы это не закрывало команды и игроков. Так, ну все, у нас получается первый игра начиналась раунд. Уже, да. Игра да, начинается. Да, да. Как я понимаю, они планируют выйти по да. Ты посмотри, как профессионально уже начинается. Они, первая голова, первый килл. Никто не закупился, все со стандартными оружиями. Это уровень профессионалов. Пока делает килл, хорош. Минус голова. Это вообще будет один, парень. У бустера очень мало хп. Бустера убили. Ситуация 4-3. Оу, каравай неплохо. Карава их уже сзади обошел. Сейчас еще будет одна голова. Нет, решил отойти назад. Ну это хорошая тактика. Спину поджал Пока, хорош. Ну, Карава ты посмотри, уже 3 в 1 остались. Фандер. Ситуация 3 в 1, но тут, по-моему, уже очевидно, что раунд будет за командой бустера. Хотя, ну, может тяжело, произойти... Тяжело будет. Сейчас по нему сразу инфа пойдет. Фандер делает килл. Но проебанное положение уже знает, поэтому будет тяжело. Не летит. Все. Не получилось. Ну, первая команда в копилочку бустера. Все именно так. Друзья, я вам про вот эти вот баннеры наши, которые висят с подписками, вы их сами можете выключить. С правой стороны экрана у вас есть такой маленький значок, на который вы нажимаете и сделаете, убираете галочку. И эти баннеры у вас, соответственно, исчезают. А на смартфонах их не видно? Многие со смартфонов смотрят. А вот на смартфонах их не видно. Вот, у меня, да, по крайней мере, их топ. Дмитрий сейчас смотрит, сейчас он не все, видит. Тогда ну, наслаждайтесь что, игрой. Ваш второй раунд, поехали. Раунд за мной, да? Отлично. Ну что, Пока занимает место у вагонов. Так, вот, кстати, вот это моя любимая позиция, где играет Дося. Он забирает Фандера. Это хороший размен, потому что два лидера двух команд на этой карте встретились, и один из них вышел победителем. Смотрим за бустером, он караулит как это называется, Алексей? Вверх-низ. Караулит вверх-низ, но над ним вроде никого нет, поэтому... Ой, как Слава не дождался, не дождался. Затем он выходит. Полетели. Пока. Остается Пока 1-3. Возможно. Сейчас будет даже 1-2, потому что Пока знает местонахождение игрока, и у него очень хорошее оружие, у него эмочка. Перестрелка около электроприборного щитка. Пока затаскивает, Мегараж отправляется в лобби... Не в лобби, а, ну, короче, куда-то. Так. Да, в лобби. Денджер Леха крадется в спину и оставляет очень мало хп, но тем не менее Пока выживает. Забирает Денджер Леху один в один. У Денджер Лехи была очень хорошая позиция. 10 хитов нет. Что творит Пока? И Пока забирает этот раунд. Это класс, ситуация 1-3. Ну надо отдать должное, что команда Na'Vi сейчас была... Без закупа, правильно? Да, у них был форс-бай. Да, да. Поэтому все нормально, в принципе. Но они могли выиграть, но, к сожалению, да, не получилось. Немного не дожали, чуть-чуть совсем. Чуть-чуть по стрельбе не пошло там. Да. У Лехи очень долго он стрелял с этого дигла, не получилось. Но это, конечно же, сейчас придает, так скажем... Но он не торопился, он пытался, то есть, выждать тот самый момент, когда он был уверен точно, что он поймает, у него не был, получилось. У него был момент, когда он мог одним точным выстрелом просто его убить, но он этого не сделал. В этом и заключается Counter-Strike. Но давайте смотреть третий раунд. На тут на Олафа уже прилетел. Соответственно, а тут уже пошел закупочный раунд команды Трунави. Так что сейчас может произойти все, что угодно. Ситуация уже 4-3, между прочим. Ну, пока еще только заходят у нас те самые Трунави под базу
ад. И вот Денджер Леха наконец-то реабилитировался за предыдущий раунд. Бустер на размене по Денджеру. Ситуация 3-1. Помните, мы говорили про ВП на этой карте. И это ВП начало работать. Да, да, да. И посмотрите, что у Каравая. P90 и Дигл. Это будет очень тяжело. Теперь о нем знают, он попадает, но о нем знают. И эта инфа может быть очень опасной для Каравая, потому что охота началась. Ну, Каравай, скорее всего, не пойдет. У него есть второй армор, у него есть граната, у него есть молик, плюс дефьюз киты. Поэтому желательно сохранить все эти девайсы для него и попытаться в следующем раунде как-то с ними сыграть. Да, понятное дело, что P90 так себе ган, но в любом случае все зависит от дистанции, все зависит от контроля спрея. Да, и от индивидуального. Ну, в любом случае, лучше, чем ничего. Это дальше уже все, это уже сейф. 100%. Алексей, вы как опытный экономист по игре Counter-Strike, подскажите, откуда у Фандера экономист? А. Откуда у Фандера АВП на третьем раунде? Без армора, смотри. Он не купил армор. Это же отчасти риск, да? Да. Ну, отчасти риск, но он, наверное, берет на себя, соответственно, вот эту вот... Ответственность. Ответственность, да. И просто пытается каким-то образом сразу с авиком включиться. По поводу того, что... Ну, вот... это было правильное решение, потому что они взяли раунд благодаря этому, возможно. Он вроде бы один только килл сделал, но сам факт, что килл был, и это главное. Авик не потеряли, это тоже очень и очень важно, потому что дорогое оружие. А вот сейчас проблема у команды Бустера. Что у них? Первый армор диглы, и три. Диглы. Они очень просели по деньгам. По экономике, по экономике у них очень все плохо. Потом. А Каравай засейвил, получается? Да, Каравай успешно засейвил свои девайсы. У него P90 и дигл. Дигл он кому-то скинул. Вверх-вниз, перестрелка Поки и не вижу никнейм игрока. Убежал да. Да. Проворный оказался. Но Пока ждет, Пока караулит. Пока ждет, жалко, у него не Зевс. Там Эрик у нас закрывает уже Рокси. Падает первый игрок защиты. Ситуация 5-4. Пока вверх-вниз остается с P250. И вот сейчас, возможно, попытается каким-то образом атакующая команда Молик. Странный Молик был. На секундочку. Вот это те неожиданные раскидки, про которые мы говорили. Принимаем факт того, что они могут волноваться. Да, конечно, безусловно. Не могут, а волнуются. Сейчас Каравай встречается с Мегарашем, забирает его. Каравай, минус 2. А смотри-то, фушечка-то себя отработала. Вовремя заметили, вовремя убрали. Ну все, ситуация 3-1. Пока забирает АВП. У Бустера уже, получается, есть девайс, есть АВП, калаш, дигл. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе P90. А Пока, получается, отобрал у Фандера, да? Да, АВП. Да, Каравай забрал Фандера, и Пока был рядом, он помог и забрал. Калаш против АВП, калаша и дигла. Ну, реакция. Молодец. 3-1. Вот сколько, в принципе, достаточно взять раундов на трене за команду террористов? Чтобы... Алексей. Ну, за атаку вообще желательно брать шестерочку сейчас, это прям будет идеально. Раньше на старом трейне, на старой мете, старой экономике хватало и пятерки. Ты берешь пятерку на трейне, и ты уже побеждаешь. Сейчас это все дело сводится к тому, что за атаку начинают брать больше раундов. Угу. И в среднем, если ты берешь шестерку, то, в принципе, ты себе уже обеспечиваешь неплохую вторую половину. Но получится взять у них шестерку или нет, пока непонятно, потому что снова проблемы с экономикой, и Попа уже выключает на сотки Дэнджерлёв. Откуда такие хорошие знания, сколько нужно брать раундов, и вот все такие... нюансы. Я же немного комментировал. Ну да, но ты сам в голове составляешь эти... Нет, это дефолт. Это дефолт из-за того, что ты там прокомментировал большое количество игр, ты уже видишь и понимаешь общую тенденцию. Мне просто кажется, тут настолько все может перевернуться сверх на голову в этой игре. Конечно, это же КС. Есть... Тут может произойти все что угодно. Есть команды, которые, например, на трейне лучше в атаке играют, чем в защите. И это странно, потому что здесь сильная сторона — это защита. Но вот некоторые команды в любой, казалось бы, определенной ситуации, ты уже понимаешь 100%, что так должно быть. Но есть исключения. И всегда там из 10 вариантов, которые должны 100% произойти, один не зайдет. Поэтому это исключение, которое тоже может быть, и может быть они у нас при смене сторон. Например, команда Бустера может в атаке вообще ничего не взять. А может как за атаку, так и за защиту на трейне настреливать, потому что они, во-первых, взяли эту карту, это раз. Значит, что-то они про нее знают. Вот Тосю как-то не видно, заметили? Вот да, 5 раундов прошло. Но в любом случае, нам сейчас на секундочку показали команду Трунави, и было видно, что, по крайней мере, некоторые из них не в тильте, что самое главное, да. Вот, позитивно настроены на игру. А посмотри, как интересно, Денджер Леха взял Муху, а Мегараш взял АВП. А Фандер, который вроде как на АВП должен играть, играет с калашом. Ну вот посмотрим, с чем это связано. Не получилось Лехе выцепить Поку?
сложно было, даже если попадал только в голову, потому что мы против АЖП, это такое дело, не всегда заходит. Скажите, пожалуйста, голос, а мы можем вывести хотя бы по одной вебке с каждой стороны, например, или же нет? Ага, хорошо, понял. Все, договорились. Будем смотреть так, будем комментировать для вас происходящее, продолжать, потому что уже у нас шестой раунд, и в этом шестом раунде уже проблемы у команды Na'Vi. True Na'Vi. Тем не менее, счет, посмотрите, 4-1, я думаю, сейчас будет 5-1, потому что вся команда бустера сейчас жива, и они вполне неплохо себя чувствуют, и вроде бы как экономика у них просаживалась, да, но они выигрывают. В чате написали, Na'Vi, как всегда, сольют. Но хотелось бы в защиту Na'Vi сказать, что у Na'Vi 9 игр подряд выиграно. Да, это очень странно, но Na'Vi сейчас, они, мне кажется, в самом соку. Na'Vi нацелены на мажор. Да. Na'Vi нацелены на мажор, одни из фаворитов 100%, поэтому будет интересно за ними посмотреть. Сегодня, как 100%. Я говорил, уже выиграли команду Virtus.pro со счетом 2-0. Поэтому Na'Vi сейчас все хорошо, пожелаем им, чтобы... Это все хорошо у них оставалось и дальше. Повторчики мы с вами смотрим. Повторчики у нас не всегда предыдущего раунда, просто иногда хайлайты в целом. Если мы успеваем показывать, то в целом показываем красивые. Посмотрите, они килы. Всей командой все бегут. Рашат. Кстати, очень серьезный девайс у команды КТ. Сняли каравай, разменяли крылами. Сзади их вроде тоже как поджимают. Кидают сейчас очень вовремя гранату. Нет. 3 в 3. Ситуация 3 в 3. Есть два девайса у команды Na'Vi. Ну, и они сыпятся. Слава на приемке под Б-базой совершенен в этом моменте. Миграж остается последний, нужно контролить все и вся. Там уже его поджимали просто со всех сторон, поэтому выжить вот вам и трейн, вот вам и фандер. Посмотрите счет. 6-1. Это же вообще... Мне кажется, команда Na'Vi возьмет раунда 4. С такими вот примерно раскладами, как идет сейчас. Ну, знаешь, они могут 4. И собраться. Могут собраться. А может быть, они не разыгрались, да. Хотя времени возможно. Было достаточно. Возможно. Ну, у них пока не получается явно задуманное, да, и, может быть, имеет смысл взять перерывчик, посоветоваться, пообщаться. Тактическая пауза, да. Ну да, она нужна, потому что определенно Team Booster сейчас на коне, и они прям идут очень гладко, ровно и без ошибок. Вот это сейчас неплохой молик, да, был. Пока на опыте. Так, а у нас уже, кстати говоря, да, то есть получил, но забрал перед смертью хотя бы одного, пусть на приемке. Так, размены пошли дальше. Пока, ну, ему нужно было с места стрелять. Ну, слушай, 1-2 рабочая ситуация. Да. Каравай бустер против Мега Раша. Тяжело будет, конечно, Мега Раша. Согласен. Слава, Каравай, хорошие игроки сильные, поэтому... Вот знаете, я понимаю, что я очень много играл в КС, но я очень редко играю в командной игре. То есть я много не понимаю в тактиках в этой игре. То есть я знаю, как и куда мне надо пойти, но я также понимаю, что командная игра в Counter-Strike — это очень важное дело, когда ты играешь, допустим, на таких же вот матчах. Вот, а это уже важно. Наигрывается только в команде. То это есть же нужно сыграться. Конечно, это нужно же сыграться. Команду, ты должен понимать и ты должен знать, как ведет себя твой тиммейт. Все именно так. 7-1. 7-1. Команде Na'Vi надо 100% что-то предпринимать. Иначе пока не первая трудно. Карта закончится максимально быстро. Хотя, возможно, все поменяется, опять же, когда они поменяют стороны. Они просто домой нас быстрее хотят отправить. Они знают, что я так далеко. Я понял. У вас может произойти то же самое, да, как у Марпл и Амины вчера, но... Опять же, непонятно, как что сложится на второй карте, потому что это все-таки пик True Na'Vi, да и первая еще не закончилась. Непонятно, как сложится, когда True Na'Vi будет играть за оборону. Да. Но мне кажется, здесь есть небольшой разбаланс игроков, потому что у бустера реально... Вот, ну, я прям знаю этих ребят, и я знаю, как они играют. Тут собраны, ну, прям, я не знаю, мастодонты такие по CSGO среди... Можно ли назвать их селебрити? Селебрити-стримеры. Селебрити-стримеры, да. А вот у Шока не всех ребят знаю. Но они а кого тоже. Знаю, они, с кем? Нет, они очень хорошо играют. Баланс, мне кажется, все-таки есть такой. Команда, не обе команды играют хорошо. Дося закрыл фандер, остается инсайд. Будет сложно ему, у него опять только лишь муха. Опять ситуация 4 в 1. Команда True Na'Vi просто разносит. Мне интересно посмотреть в начале раунда, когда сейчас покажут киллы. У кого сколько киллов? Пошли пятюни. Видно, что всех. Шок загрузился.
Немножечко. Да. Немножечко. Главное есть. Сейчас возможно... не словить тильт, да, потому что если будет главное. Тильт, он наложится и на остальные карты, и это очень тяжело. Да. Возможно, просто сейчас он в голове продумает какую-то специальную тактику, как они будут выходить из этой ситуации. Возможно. Пока топ-убиватель среди КТ. 15 киллов, кстати, 15 уже киллов. Но это 8-й раунд, да. Так, он просто настреливает. КТ отлично, КТ пятерка. Очень хороший результат. Дося перемещается у нас вверх-вниз, слышит перемещение над собой и будет принимать именно с этой точки. Флешку ему накинули, флешку он эту благополучно обошел и видит одного, начинает отрубать. Ну, 26 оставил всего лишь. А, 26. Да, да, все, там прострел есть, но не добил просто в этой ситуации. Рокси у нас теперь на сотке. Ну, если какая-нибудь граната там залетит вовремя, то граната добьет. Может, да. Вот Дося все-таки там закрыл мегараша. Через верх-низ. И Фандер с тем самым Мавиком. Но тут на Фандера нужно надеяться. Вообще от Фандера нужно отыгрывать в том плане, что он должен делать первый килл. Уже в большинстве нужно будет каким-то образом что-то противопоставлять своим оппонентам. Пока сложно было здесь в бегущей голове попасть. Ой-ой-ой. Но теперь закрывать. Вот это было красиво. 3-4. Это было сильно взять на такой 3-3. Дистанции блок. Кстати, обратите внимание, команда Нави заняли плент А. Прямо сейчас, мне кажется, они будут ставить бомбу и... Возможно, это будет уже второй раунд копилочку команды Турнари. Видишь, самое сложное команде Т, ну вот, которая Турнави, им зайти на плент и поставить. Среди всех игр они, по-моему, только два раза поставили плент. Один раз у них, ну как, удачно поставили, они выиграли раунд, только не с учетом пачки этой. А второй раунд, 1-3, они проиграли и бомбу раздефьюзили. Я тут соглашусь с Алексеем, что если Фандер не будет делать первый килл открывающий, то очень тяжело будет команде Трунави. Очень тяжело. Мне кажется, нужно немножко в закрытую им играть. Потому что сейчас команда бустера в себя поверила. Счет располагает к тому, чтобы просто бежать и рашить. Ну, просто уже фанится, знаешь, это есть психологический фактор, когда ты видишь счет 9-1, ты такой, ну, что-то изи-катка. Mm-hmm. Ты можешь начать рашить, бежать, а... Как сейчас, команде Трунави нужно просто как-то вот заходить на плент, ставить бомбу и просто стоять ай-яй-яй. И охранять ее. У Каравая два выстрела, все мимо, не пошло, уже просто-напросто обошли, вот. Пока единственный сделал фраг в этом раунде, и вот вам, пожалуйста, и вот вам уже проблемы, Пока делает но нет, кил. Стоп. А там нет ни у кого гранаты. У Рокси есть гранаты. Если сейчас идет на плент кинет, получается, да? То может забрать инсайдом. Выйдет сейчас с коннектора или куда не получилось. Нет, Рокси у нас вообще со спины. 1-3. Есть 1-2. Первый минус. Нет. Все. Второй Неужели раунд. Второй раунд. Наконец-то. Второй раунд. Наконец-то. Мы долго ждали, да. Мы долго ждали, но все-таки дождались. Второй раунд. Но этого мало. Нужно еще. Нужно больше. Нужно забрать еще два. Проблема в том, что по экономике Counter-Strike, если ты вот так сильно отстаешь по счету, и потом берешь один раунд, ты только можешь все себе сломать. Ну, то есть, ну, да. По экономической составляющей тебе лучше брать стрик. Если стрик не возьмешь, поломаешь еще хуже все. Поэтому придется снова там зарабатывать себе луз-стрик и вот это вот все. Но, возможно, мы сейчас увидим второй раунд подряд. Хорошая аналитика в плане того, что ты примерно в голове строишь себе картинку, что надо брать стрик раундов. Я вот об этом даже не задумывался. Может быть, это дефолт? Ну, типа, ну, отчасти об этом это, да, отчасти это дефолт. Каждый комментатор знает, но я не задумывался, то, что нужно брать несколько раундов. У меня вот летит – хорошо. Не летит – ну, ладно. Полетит потом. Ситуация-то 3-1, и это, скорее всего, уже следующий раунд для команды Трунави. Сколько там, 6 раундов, да, в идеале взять за атаку? Да. Ну, в среднем было бы неплохо, если бы они взяли 6 раундов. Ну, кстати, в принципе, если они сейчас будут брать раунды подряд. Ну, им нельзя не проиграть уже ни разу. Да. Остается Каравайчик, но я думаю, что это третий раунд тоже за командой Трунави будет. Ну, тут будет тяжело, потому что он один, да. А что за скелетик и один нарисован? Что это значит? Это значит, что он убил одного за этот раунд. А. Там, соответственно, под двоих забрали ребята. Каравай по стрельбе. И сразу пошло, очень мало хп, да. И его закрывают. Они забирают второй раунд подряд. Разыгрались, да. Собрались, возможно, придумали какую-нибудь тактику в голове. Шок, уже умеешь улыбки на лице появились. Тильт уходит. Вот, тильт уходит. А сейчас посмотрим, у бустера ли а не здесь начнется. Здесь очень коварная штука. Возможно, команда бустера немножечко расфанилась. Да. Благодаря вот, тому, да, что все так легко шло. Про то, что и говорил. И могут расслабиться психологически. Бывает такое, конечно, бывает. Очень интересная игра, реально. Тут просто столько всего, что может произойти, и просто поменять игру вот так вот за секунду. Есть такой игрок, замечательный, легендарный, Сережа Старикс.
Мы с ним однажды разговаривали, он говорит: все забывают, что Counter-Strike можно выиграть экономически. Не, даже не по скиллу, а просто экономически. Поэтому очень важно держать в голове вот эти все моменты по экономике у своего оппонента и пытаться именно на это давить. Смотрите, возможно, получится. Скалка, как раз сейчас эхо раундов команды Бустера. Они подпушили, посмотри, подпушили неплохо. Ситуация 3 в 3. Они уже подобрали девайсы. Есть Скар, есть АК и Дигл. Если они сейчас закроют, это будет чистейший экономический. Энджур Леха отлетает от Оси. А вот и чистая эко подъезжает. И вроде бы сделали все для того, чтобы сломать экономику, сделали все для того, чтобы обеспечить себе четвертый, а потом взяли. Но, мне кажется, они что после такого в тильт можно уйти просто на изи. Но, проигранная пистолет, ой, не пистолетка, а проигранная получается против эко-закупки, то есть это очень обидно. Ну рано еще тильтовать на самом деле, конечно, потому что еще помимо этой карты будет две карты, да, если они сыграют ничью, например, первые две. Поэтому давайте смотреть. Давайте смотреть. Посмотрите, Слава взял у нас СВП. Да. Как он СВП вообще? Я его редко вижу СВП. Вот последний видеомувик на трейне именно был, хайлайт, прям хорошо раздавал. Прям летело по всем, даже и казалось, вроде как не должно лететь, как у Симпла прям. Вот стрельнул, убил, куда стрельнул? У меня вот есть, знаешь, такое тоже психологическое понятие игры в CSGO. У меня летит в определенное время. Вот когда я расслаблен, спокоен, ни о чем не думаю, у меня хорошо летит. Когда я нагружен, злой, такой думаю, зайду в Counter-Strike, выплесну все свои эмоции, у меня не летит. И еще больше. И еще больше тильтую. И еще больше. Ну это вот... Counter-Strike, либо тебе, когда ты побеждаешь, ну, так везде, мне кажется, побеждаешь, настроение лучше становится, Слава есть, первый минус, ситуация 2 в 1, Шок последний, ну и Славе нужно просто попасть, не попадает, и Шок обдумал, что он застрелял, его уже убрал прицел, это чистая механика, потому что всегда, когда ты так стреляешь, зажимаешь, ты уже по определенному таймингу знаешь, что все, ты добил, можно убирать прицел. Да. Но вот бывает, пулька не залетает последняя, и вот сейчас Бустеру это помогло, а там уже с нижнего парапета подоспел тиммейт Славы и просто закрыли последнего игрока атаки. У нас последний раунд получается, да, смена сторон. Вот сейчас, правильно, кстати, да? Показали, да. Сейчас показали ребят из команды Трунави, они не в тильте. Они, в принципе, такие веселенькие, дали пятюню. Всегда на приколе, на угаре. Это поэтому... прикольно, это правильно. Должен быть такой заводной огонечек в команде, который будет... Поддерживать. Никогда не надо забывать про то, что это шоу-матч. Это шоу-матч всегда должен иметь элемент фана, а не чистого пота. Поэтому это, конечно же, должно было случиться, да. 12-3. Это должно было случиться. Но вот в какой-то момент мы даже поверили немножечко в Трунави. Только сейчас, кстати, заметил, что логотип Трунави перевернут. Я до этого даже как-то и не обращал на это внимания. Ну, полоски и полоски эти желтые. Оказывается, перевернут. Три раунда в атаке. Мало. Понятное дело, мало. Надо начинать с пистолетки, нужно брать сразу же 2-3 раунда к ряду, выходить на 12-6, после этого брать первый анти-бай раунд, ты выходишь на 7-й, у оппонента снова проблемы с экономикой, можно зацепиться за 8-й, и уже хотя бы у тебя не 9 разница раундов, а 4. В таком хотя бы можно жить. Но вот все про то, что я рассказал, не факт, что получится сделать у команды. Вот он красавец, смеется, все у него хорошо. На самом деле, если посмотреть на команду красных, как будто они проиграли, а они-то выиграли. Тогда. Потому что синие все улыбаются, радуются, там обмениваются пятюнями. Ты только сказал, Дося поржал. А вот красные очень серьезно чем-то озабочены. Максимально сконцентрированы, не хотят проигрывать. Что-то там Слава перепутал. Слава сказал, что без наушников будет играть. Это читы, это читы на наушники. Буду без звука играть. Сейчас вы увидели, как через 3,5 джек подключился чит. Слава без ушей играл. Кто-то без монитора, да? Монитор можно включать? Ну что, нужно делать камбэк. Чтобы сделать камбэк, нужно взять 9 раундов либо подряд, либо каким-то образом постараться вернуться, ну хотя бы на 12-10. Сейчас они будут на сильной стороне. Фандеру нужно дожить до АВП. Три раунда. Да, для того, чтобы все это с ножом можно. Слушай, и на втором купить. Славе что-то там настраивают, да? Ему что-то не нравится, очевидно. А что-то там он... Все же нормально было. Играл. Сломал, поломал. Играл, Алексей, но, может быть, не попадал. Да нет, у Славы там все было хорошо. У него там... Да вроде залетал, наверное. Да, залетал? 12 или 13 фрагов там у него. Может быть, он не слышал тиммейтов? Мне кажется, он вообще игру не слышал.
Ну, кстати, если смотреть, да, вот на сам шоу-матч, иногда настолько близко противник к противнику подходит, что такое ощущение, что они не слышат друг друга. Хотя звук в игре очень важная составляющая. А мне говорят, что он случайно выключил звук на наушниках. Что выключил? Звук на наушниках. Ну, бывает. Мышку случайно, клавиатуру выключил, и звук на наушниках. Вот, и все равно убивал. Ну что, друзья, вторая половина, поехали смотреть. Пистолетка нужна команде Трунави. Если не она, то здесь, скорее всего, как бы это грустно не было признавать. В такой ситуации хочется, на самом деле, сейчас верить в команду Трунави, чтобы посмотреть на действительно потную какую-то игру, зарубу прям. Согласен. Такую. Ну, возможно. Возможно, им просто... возможно, им просто на трейне не везет. Вот кто-то говорил про Фандера с советом на трейне. Да. По-моему, Дима. Да, ну, да, пока это больше похоже на выигранный раунд. Пока не получается. Команда быстрая. Пока не получается. Но я бы купить сложный. С такой... 24, с таким счетом. 2. Но, тем не менее, 4 бомбу... в 1. Обратите внимание, 4 в 1. Они заплентили бомбу. И... Да, и все здесь уже. Тут уже ничего не сделали. Да, Денджер Леха здесь вообще с этой стороны его просто надо закрывать. Еще постреление идет 13-3. А может быть какой-то, не знаю, элемент может быть несыгранности у команды Трунави? Да, конечно, может быть, они же не сыгрывались. Они же только сегодня вроде как прилетели. Возможно, они просто устали. Они же вроде только сегодня прилетели, кто-то самолеты. Ну да. Кто-то дорога, тем более шок долгая. Шок же Санкт-Петербурга, по-моему. Да. Поэтому, возможно, тут еще играет элемент усталости какой-то. Ну да, пока сюда доберешься, уже вся мотивация пропала, знаешь, такое... Это нужно сюда приезжать, ты вечерок почилил, утром проснулся, заварил себе чаечку, кофеечку. И Но этого времени нет, но смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Сейчас команда Трунави может забрать форс, кстати говоря, у нас было примерно то же самое и на первой половине, когда команда Трунави там... попытались, так скажем, забрать форс, но там Пока тогда вставил им палки в колеса. А вот сейчас снова изменилось. Нет, уже 2 в 1. Дендер Леха. Ему нужно попасть один раз в каравай. Но он уходит под Б. А в каравай попробуй попади. Он очень юркий, читает игру и сейчас меняет свою локацию на точку Б. Не, он не юркий, он Вадим. Неплохая. Давайте пятюню. Спасибо. Ну, Денджер Леха! Вот это одно попадание. Это очень важный раунд. А у всех есть такая фишечка, когда вот ты смотришь на команду, да, кто-то проигрывает, и ты начинаешь за них болеть. Есть такое? Ну, да. Не всегда. Если ты хочешь, чтобы они проиграли. Но... Нет, мне кажется, есть такое, знаешь, вот когда какая-то команда проигрывает, ты думаешь, блин, давайте, пацаны, затащите, покажите мясо, давайте, вот этот вот хардкор, вот этот вот. Что-то классное, прикольно. И ребята справляются неплохо. Счет какой у нас там уже идет? Ну, пока 13-4, пока ну, все. Ну, до 4 они дошли. Это уже неплохо, да. На пути к 16 это уже неплохо. По-моему, Олег говорил, что будет 16-4, да? Нет, я такого не говорил. Фандер забирает Поку. Ой-ой-ой. Важный килл. Ой, хорошо. Но... Да, 2-4. Все. Очень быстро, очень легко. Но там ничего не было. Не забывайте, господа, что там у нас, по сути, полноценного бая со стороны команды Бустера не было. Да, они просто выбежали, ну и просто, ну, на авось, да. Ну, залетит, залетит. Заберем девайсы. Нет, так нет, ничего страшного. Вот сейчас полноценный бай. Опять же, нельзя сказать, что это полноценный бай, потому что нет полного пула раскидок. Есть 2 флешки на команду и 2 смока на команду. То есть с гранатами проблема. Да, плюс Галила. Но я не могу сказать, что Галила это прям плохое оружие какое-то. Нет, Галила очень хорошее оружие, на самом деле. Да, поэтому здесь сейчас посмотрим, каким образом будут у нас развиваться события. Смотрите, как встали 2 зели. 1 сотка и 2 под Б. Один контролирует вверх-вниз это тройка. И один контролирует верхний парапет со стороны атаки. Также на мини-карте можете увидеть, что 3 игрока у команды Трунави стоит под базой А. И 2 игрока стоит под базой Б далеко. То есть сейчас, в принципе, зайти под Б у команды атаки вообще проблем никаких нет. Через какой-нибудь там смачок, через флешку, чтобы там немножечко... Это Фандер, скорее всего, 9 номер. Да, это Фандер там контролирует из-под коннектора выход на Б-базу. Но пока туда никто не выходит, минута 0.5 у бустера остается. У Славы очень мало ХП. А кто его прострелил? Там его... вообще 2 ХП осталось. 2. Тут попал. 2 ХП. Очень-очень мало. И ему лучше сейчас, конечно, не рисковать. Подождать нужного момента и, возможно, выйти со всей командой на какую-то точку. Посмотрим, что они задумают. Пока они стоят вверх-вниз. Каравай пытается пробраться на Б, выглядывает
аккуратненько из двери. Его видят, перестрелочка, получает небольшой дэмэдж, понимает, что дойти не надо, и разворачивается. Пока забирает Леху. Ситуация у нас получ... Ну, у команды Пустера очень сильно просадка по ХП сейчас идет. У двух игроков, у трех игроков. Ты смотри-ка, Пока на вагоне, и камера сменилась. Ну, они живы, видишь? Они живы, они могут стрелять. Один в три остается. Забирают, они заберут сейчас раунд. Но есть три шанс, одного. Там, в принципе, по каждому по одному разу попасть. У него ССГ. Инсайд с диглом. Может. Верим в инсайда. И закленчена бомба. Забирает на ВП, видимо, Фандер просто кричит в Дискорд, мол, забери АВП, сохрани ее, но с ножом бегут на него. С ножом, представляешь? Не получается, не получается. Хотели зарезать, да, но, понятное дело, вот этот вот элемент шоу-матча, он должен присутствовать и в таких моментах. Это было бы неплохо, если бы эти моменты у нас сохранялись, и, в принципе, попытались зарезать, не вышло, не пошло. Такое бывает, такое случается. Да, вот Бога говорит, бывает, случается, что не пошло. Вот, говорит, будете резать, имейте в виду, что... А, нет. Это, получается, лучший игрок в этом матче. Именно на, вот в этом, момент, на этой килам, карте. Да, по килам. Да, по килам это Пока. У Поки пока летит, все замечательно, все хорошо. Слава открывается с Уловмейстера, приходит под образу Фандер, минус Рокси. Бустер еще один килл, Каравай подключился с Авиком, Фандер сопротивляется. Есть килл по Бустеру с Дигла, ситуация 2 в 3, инсайд и Фандер вдвоем. Падает уже Фандер, и остается только лишь инсайд. Он будет заходить сверх низа и попытается каким-то образом закрыть игроков под базой. А бомба еще не поставлена, но это вопрос времени. Вот прямо сейчас бомба плентится. Все. Отсчет пошел просто. Инсайдеру надо. Что? Инсайдеру. Ваня, привет. Инсайду надо выходить или что-то Inside делать. Просто берешь, короче, пушку, выходишь. Раз голова, два голова, три голова. Диффузов нету, уже не успеет расплыть. Хороший сюжет для развития событий. Головы мог, да. Но это 15-й, это 10 мап-поинтов для команды Бустера. Интересно, что будет на Мираже, на самом деле. Очень интересно. Мираж, это же, ну, это дефолтная карта, как мы уже это обсуждали. И ее интересно смотреть. Люди знают раскидки, которые смотрят, допустим, да, сейчас этот стрим. Они знают раскидки, они знают как, чё, куда. И за этим тоже интересно наблюдать. Да, Пока убил Каравая. Ну, чисто фанятся уже все это. Говорю, психологический фактор пошел, они уже вон все там перекидываются, что-то веселятся. Ну, это тоже прикольно. Ребят, для вас они перекидываются оружием. Ставь лайк, если тоже с своими друзьями любишь это делать. Все, ну, у команды защиты, на самом деле, по оружию все очень слабо. Есть только муха у Фандера и М-ка у Инсайда. Это, я думаю, будет очень... Ну, вот очень... тут есть враг, как в Поке. Сейчас да, там уже проблема. Там уже смотри, проблема. Как качественно они закрыли все входа. Они просто перекрыли. Ой-ой-ой, я посмотрел. Они перекрыли всем, что вот можно было только. Смаки. Двойся Рокси против Денджер Лехи и Шока. Кто окажется сильнее? Вот в чем вопрос. Потому что сейчас нельзя ошибаться команде Трунави. Для того, чтобы им вернуться, им нужно взять 10 безошибочных раундов. И это, понятное дело, проблема. Рокси на постановке плента. Дойси будет все это дело каверить со стороны зелени. И нужно попытаться Рокси сейчас сделать хотя бы один килл. Не получается, Эрик. Хорошая голова. Ну и Дойси последний. Но этот парень такие клатчи на завтрак кушает. А ну? А, ага. Вот он не побоялся же, вышел под калаш. А он сейчас еще и заберет. Но это опыт, это Дойси. Ему здесь уже просто можно брать и закрывать. Там нет дебилитов, друзья. Да. Дойси забрал. Дойси забрал. Ну, 16-5 счет. Вот такой вот у нас получился итоговый счет. Но я, если честно, думаю, что команда заберет... Как там она? Трунави, вот. Угу. Больше раундов. Так, больше, у нас Паша сейчас будет в эфире, как я понимаю. Давайте послушаем Пашу. Давай. Готов? Ну что, закончилась первая карта нашего киберспортивного противостояния. Я сейчас прошу кого-нибудь подойти и прокомментировать немного. Лех, а можно тебя на секунду тоже сюда? Я сейчас поспрашиваю, ребят. Слав, тоже иди сюда. Ты сейчас сказал очень смешную фразу, мне понравилось. Ты сказал, что ты сказал по поводу Сапсана? Это не я говорю. Не ты сказал? А это ты сказал? Нет. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что, вот очевидно, какие-то вещи не сложились для вас
на первой карте. У тебя есть четкое понимание? Карты, конечно, очень не сложился. Абсолютно не сложился в нашу сторону. Неудобный был, да? Неудачный абсолютно пикбан. Как ты думаешь? Брат, как замотивировать вас, чтобы вы нас разъебали? Надо как-то вас подъебнуть? Ну подъебни. Начинается трэш-ток. Ребята, это вам не ролики записывать, блядь, на YouTube, понимаете, нахуй. То есть все дело в том, что это лайв-трансляция, руки начинают нет, немного трусить. Нет, все дело в том, что это просто сложнее. Это сложнее. Ну, типа, ты когда ролики записываешь на YouTube, замбля. А, то есть, если вдруг, типа, промахнулся такой, короче, ничего, я перезапишу. Короче, не важно, как это подъеб. Да? То есть, он еще должен разозлиться, я как бы жду противостояния как ты думаешь, нормального. Будет ли им сложнее на второй карте? На Мираже, конечно. Во-первых, мы сейчас пойдем пописываем. Это уже какой-то плюс идет. Во-вторых, карта меняется на более нормальный. Миражик туда-сюда, блин. Нормальное противостояние. Я думаю, раундов 8 точно уже возьмем. То есть это только за первую половину. А там уже дальше туда-сюда распетляем. Нормальный счет будет на второй карте, я думаю. Ясно. Короче, на второй карте шансов у них практически нет, на твой взгляд. Я так не говорил. Хорошо. Нельзя обесценивать противника. Поэтому какие-то шансы есть, конечно, не такие же, как у нас. Да. We know what you are saying, как говорится. Слава, как ты оцениваешь ваши шансы на второй карте? Блин, ну я уже все сказал, типа, это не ролики на YouTube записывать, то есть это киберспорт настоящий, ебаный. Это вот, типа. Киберспорт, дед. Ну, конечно, блядь. Ну, типа, я очень надеюсь, что ребята соберутся и возьмут 3 раунда. Ты веришь? Ты допускаешь, что у них они смогут собрать волю в кулак и сделать это? Ну, я, блядь, надеюсь, я очень в них верю, серьезно. То есть играю я, болею за вас. Всем привет, ребята, привет, тащите, чат. Пацаны. Я не знаю, как пикнули Трейн. Мы не хотели Трейн, но в итоге у нас кэп кто-то. Не, я люблю их, то что Трейн пикнули. Он там, он тут, вот. В общем, на Мираже постараемся. Думаю, хорошая заруба будет. Мне понравилось, знаешь, что вначале он говорит, они по-любому байтят, они не хотят Трейн ебать. И просто... Причем я до этого говорю, знаешь, я ошибся, я вместо того, чтобы типа удалить карту, я пикнул карту, я говорю, пикаем Трейн. Я такой, вначале надо же типа вычеркивать. Он говорит, они по-любому байтят, надо вычеркивать вертига, блядь. Он вычеркивает вертига, я говорю, пикаю Трейн, блядь. Все равно ебаче. То есть это называется двойной байт. Это называется mind games, ребят. Знаете, я что могу сказать? В любом случае, как бы ни сложилось противостояние на второй карте, на первой мы уже знаем, мы с вами, и я сейчас говорю, я и зрители, я уверен, хотим классного КСа, классного противостояния. Мы также хотим, чтобы ребятам не было слишком сильно обидно, что они приехали сюда. Такой долгий путь, присоединились к нам в стримхаус. Я уверен, что заруба будет мощнейшая на второй карте. Я думаю, сейчас мы слово передадим, да, в комментаторскую и сделаем небольшую паузу перед тем, как люди настроятся на вторую карту. Да, сейчас игроки у нас немножко отдохнут, так скажем, да, свои задачи быстренько все решат. У нас аналитики обсудят, что же, собственно, происходило на первой карте. И свои prediction тоже сделают по поводу второй карты. Лично я буду голосовать за то, чтобы мы увидели все три. Слушай, все три карты. Уж прости, Слав. Я честно скажу, сливать не будем. Нет, не надо. Да, мы не будем сливать, мы будем просто так же ебать, но... А у меня есть микрофон, наверное, меня же захватывает. Не знаю, сейчас узнаем. Голос меня захватывает? Захватывает. Вот, и, блядь, я буду стараться просто играть, как мы играем. Я очень надеюсь, просто, что парни соберутся. Я в них верю. Пусть Эрик активирует все свои лайфхаки, ебать, которые записывал за столько лет. Да, я думаю, если и есть время, когда нужно активировать эти лайфхаки, то оно, так сказать, настало. Короче, это надо делать прямо сейчас. Душой за ютуберов, баллами сюда, пацаны. Это ты про голосование в чатике? Ну, это я просто ребятам посоветовал. Я понял. Можете поддержать. Я лично по своему примеру говорю, я всегда болею за слабых. Повторы? Вот. Итак, ребят, сейчас мы посмотрим повторы первой карты, после чего вернемся обратно и продолжим радовать вас качественным КСом. Не могут, а волнуют. Сейчас каравай встречается с мегараж, забирает его. Отыгрывать по плане, что он должен сделать первый килл уже в большинстве, но не пошло. Это уже просто-напросто обошли. Пока единственный сделал фраг в этом раунде. И вот вам, пожалуйста. И вот вам. Ну, типа, ну, отчасти об этом про несколько раундов. У меня вот летит, хорошо. Не летит, ну ладно. Все, я понял. Двоих забрали ребята, каравай по стрельбе. Не сразу пошло, очень мало хп. Но этого времени нет. Но смотрите, что происходит. Сейчас команда Трока тогда ставила палки в колеса. А вот сейчас... 2-1. Снова изменилось. Нет, уже 2-1. Это Леха.
Можно попасть один раз. Спасибо. Ну, Денджер Леха! Вот это одно. Получает небольшой дэмэдж, понимает, что дойти не надо, и разворачивается. Пока забирает Леху. Смотри-ка, Пока на вагоне, и камера сменилась. Ну, они живы, видишь? П, сохрани ее, но с ножом бегут на него. С ножом, представляешь? Это все хорошо, Слава открывается с улов мейстера, приходит под образу Фандер, минус Рокси, бустер еще один килл, каравай. Мы снова с вами. Закончился у нас первая эта самая карта. Трейн неожиданно было для нас, потому что мы вообще не понимали. Голос выключи меня, пожалуйста, в голове в своей. Да. Не понимали, почему так, почему Трейн. И думали на самом деле, что Фандер на Трейне будет делать грязь. Но Фандер на Трейне грязь не делал. Вообще никто не делал грязь из нас, на самом деле. На Трейне было чисто, получается. Ну, получается, да, на трейне было чисто. У нас сейчас в эфире вот эта картиночка, или у нас сейчас... Или мы сейчас в эфире? Вы сейчас видите наши... А, все хорошо, у меня просто какие-то штуки другие на экране, ну да ладно. В общем, как вам первая карта, друзья? Вы ожидали рубки, или же вы по итогу были готовы к тому, что команда бустера закроет вот так, уверенно? Ты можешь так грустненько кальяна курить? Ну, мы заранее... А, подожди, ты ребята не у нас просто ребят. В чате там бурлит. Их чуть-чуть. Не слышно же. А нас слышно вообще? Нас слышно? Славу слышно. Слава. Нас слышно, ребята, только не слышно, у ребят нет микрофонов. А вот это тоже сейчас на экране, это на экране показывать? Нет, говорят мы на экране, но я не вижу. Это да, вот мы почему-то да, видим сейчас. А, ну потому что вы на рэп-сервере, на, экране, на этом экране нас не видно, да. Что ты говоришь? Конкретно сейчас что я говорил? Да. Я говорю то, что вы, ну типа это обсерверы. Я понял. Ты да, как представитель красной команды, Слава. Почему так сильно? Что вот все прям получалось, да? Вот. Я, во-первых, хотел спросить, почему вчера звукорежиссер во время мафии пердешь, блядь, во время наших речей вставляли, блядь. Почему такой густой с подливками, блядь? Ну это было прикольно, блядь. Просто... А можешь у него уточнить, сегодня вставляли что-нибудь, когда мы комментили? Мне кажется, когда ты говоришь, всегда пердешь, блядь. Причем, знаешь, что тогда непонятно, вставляет или твой, ебать. Тогда я буду болеть не за тебя следующую карту. И слава богу, блядь. Потому что я всегда за красивый КС, блядь. Я очень надеюсь, что пацаны разъебут там пиздаки, нахуй. Мы на самом деле тоже надеемся, потому что хотелось бы видеть еще третью карту. Хочется противостояние увидеть. Да. Пока ты, как-то... А ты сейчас сидишь и булишь их такой. Мне кажется, он заряжает. Не, я специально, я знаешь, типа, чтобы, может, пацанов такие, типа, пригорел, они такие, бля, уебок, ебаный, с повязкой, бля, сейчас мы тебя, сука, нахуй делаем, блядь. За повязку тебе. Да, ну это было бы охуенно. Сколько килов набил, Слав? 25, по-моему. Хороший результат. Мало, много? Не знаю, как на паблике. Чтобы вы понимали, здесь сидит противоположная команда. Да, и слушает просто да, это, а сказать ничего не может, потому что микрофонов-то у них нет. Но они смогут показать. Да. На «Мираже». А я думаю, можно принести микрофон, почему бы не принести микрофон, ребята? Ну, наверное, потому что вы здесь ненадолго. Да, сейчас же скоро уже начнется вторая игра. И, наверное, потому что вы пойдете играть. Слав, по поводу «Миража», какие прогнозы? Я надеюсь, ребята тащить будут. Я так за них болею, блядь. Сколько килов пробежишь? Да, мне кажется, уже не надо голос. 25-30. 25-30, окей. Снова на «Мираже» 25-30. Да. Умеешь играть на «Мираже»? Ну, конечно. Это же самая необычная карта. Да, это самая, бля, редкая. Это как нож из кейса, бля. Ну, плюс-минус, да. Какой еще на трейне будет? Ой, на трейне, на «Мираже». Ну, пример, да. Хоть бы не такой. Я честно, я даже был брат, если в обратную сторону был. Не, ну там на «Мираже» должна быть другая ситуация. На «Мираже» должна быть. На «Мираже», естественно, у ребят больше опыта. Просто я как бы киберспортсмен ебать. Ага, понятно. Когда ты последний раз играл в КС до сегодняшнего? На все без пяти. Неделя, да? Хотите поговорить? Ну вот. Ты можешь пойдем на этом пошу. Уже боюсь. Нет, в «Конзат» я играл. Ну, у вас же там все готово. Ну, я честно говорю, не жду. Вам нужно только приконектиться. Да. Ну, ты и сейчас неплохо играл, на самом деле. Смотри, Слав, ребята, я так подозреваю, хотят уже быстрее увидеть вторую карту. Поэтому вы можете пойти. Но когда вы в следующий раз придете, надо несколько игроков, которые придут, и мы им дадим микрофон. Чтобы убрать звук кальяна. Убрали звук кальяна уже. Это каравай сидит, бля, пустит. Это, ребят, каравай, он сейчас уйдет и не будет. Сейчас каравай съебется, сейчас каравай съебался. Попросили. Попросили звук кальяна убрать. Это не кальян. Нет, сейчас... И это не каравай, да? Это подлива. Пердёж густой, знаешь такой? Как будто горох посыпался. Ты спрашивал, кто спрашивал, добавляли ли что-то в наш эфир? Вот.
Да, именно так. Мираж будем ждать, соответственно, и после чего уже у нас останется только один вопрос. Будет вторая карта, третья карта? Ну, их, мне кажется, не слышно в эфире. Да похуй. Это даже не слышно. А есть микрофон. Главное, что они обнимаются, понимаешь? Вот дайте Поке, пожалуйста. Пока, возьми, пожалуйста, микрофон. Ты MVP, Пока. Здравствуйте, чат, сердечки, пятюнички, не забываем, проявляем активность. Привет, подписчики, здравствуйте, дамы и господа. Вот, Пока, MVP на первой карте. MVP? Это вы. А, нихуя. Как вам? Халяву собрал я, как обрыв. Да честно, на самом деле легко, да, типа, блядь, что с ОП бегаешь, с тобой палкой стреляешь, блядь, не ходил, больше не надо. Потому что там не стреляет, не стреляет, там новые технологии сейчас. А, автонаведение, слушай. Поэтому долго настраивали, да? Вот, потому что стены видно. А, у тебя ты чит через наушники включал, я видел, да? Вот это да. Что еще? Ну и все, да? На команда играла тоже, все включились, никто не выпадал, кроме Рокси. Но это... Рокси, да, Рокси у нас только на девятом раунде узнал, что он играет зелень, и там дырка. В таком вахуе сидел вообще. А Рокси не играл трейн? Нет, трейн не играет вообще. А Мираж он играет? Мираж играет. Ну Мираж, кто вообще не играет Мираж? Сейчас батя наберу, тоже ебать. Мираж, блядь, мы погнали ебанем напарники. Надеемся, надеемся. Будем надеяться, что у нас снова будет. Да, давайте мы вас будем провожать потихонечку в игровую зону. Мы желаем вам посмотреть красивую игру. Да, пожалуйста, спасибо, все зависит спасибо от вас. Очень надеемся, что так и будет. Надеюсь, вы всосете, чтобы была третья карта. Но делать мы этого специально не будем. Ну постарайтесь. Меня постоянно отвечают, что мы специально карты сливаем. Но вы первую хорошо слили. Ну неплохо, да. Вторую также сольем. Ну, кстати, когда в начале мы делали прогнозы, и в чате писали что-то типа 16-0, чат был близок к результату финальному. Был близок к результату. Мне кажется, 16-0 ставили на Фандера, а не на Бустера почему-то. Потому что Фандер, потому что АВП, и вот это вот все. Ну, как мы с вами поняли, что одним Фандером сыт не будешь. Это факт. Нужна целостная команда, нужно 5 человек, чтобы они сразу включались и сразу же, соответственно, начинали... Да, и, соответственно, начинали играть с самого начала карты. В очередной раз вам напоминаю, чтобы вы не забывали про Rematch Time, который у нас начнется, ну, либо после этой карты, либо после третьей карты. Тут уж сколько у нас игр будет, пока непонятно, но про Rematch Time помните, ребята, выполняйте все условия обязательно. Переходите по баннеру в описании, привязывайте свой Twitch-аккаунт к своему аккаунту Rematch, совершайте минимальную ставку в $1, после чего вы автоматически будете принимать участие в нашем Rematch Time, который мы каждый день проводим для вас по вечерам и дарим вам скины. Самые удачливые у нас сегодня уйдут со трансляции со скинами. Поэтому, ребят, как говорится, не упустите этой возможности. А у нас вот она, камера с улицы, где Вячеслав уже вот так вот в обычной рубашечке. Я и ругаю здесь. Шапку нет, не носит. Вот так вот на улицу выходит. Возраст. Ну да. Возраст. Они еще не понимают. Конечно. Понимаешь, суставы не болят. Вот Дося понимает, поэтому не пришел сюда. А вот вы говорите про возраст. Да. Вот человеку 34 года. Да. Шапку не носит? Не покупает пуховик зимний и в кроссовках летний. И Fortnite снимал. Ну, по этому пункту вообще отмена. А вот что по поводу... Это такая же за, реально. Вот зимой людям, которые ходят в очках, реально тяжело. Когда выходишь с холодного помещения в теплое, все, ты просто слепой, ты ничего не видишь. Это очень тяжело. Я просто понимаю, я такой... А вот надел бы шапку, не было бы такого. О, ну конечно. У Славы опять очко запотело, поэтому... Ну, кстати, да, есть такое. Вот, он немножко недоволен. И сразу же у него прозрение. Сразу же он все видит, сразу же все хорошо. А глаза нагревают очко, и оно становится... Когда такое... они близко, да? Да, да. Да. Ну хорошо, вот он Рокси, тот самый Рокси, который на предыдущей карте не особо, именно по фрагам не особо хорошо сыграл, но игрок всегда может выполнять другие функции. Например, может делать хорошую раскидку, может колбовать, может просто наносить дэмэдж своему оппоненту. Поэтому здесь вопросов к Рокси пока нет. Посмотрим, что будет дальше у нас. Как он будет отыгрывать на Мираже. Вот он сказал, Мираж я знаю. Вот Трейн я не знал, еще и на зелени стоял, говорит, тоже не понимаю, как это делать. Возможно, сейчас что-то поменяется. Но трейн сама по себе, карта, я не знаю... Сложная. Для меня она непонятная. Я думаю, так же, как и я, и зрители очень редко играют на этой карте. Вот Мираж — это интересно. Это дефолт, и это... Вот несмотря на дефолт, это интересно. В отражениях сейчас можем смотреть, что на Мираже они
что там, стреляются, да, тренируются. Алексей. Но... А? А, да, Олег. Не, ну, да, я хотел выполнить просьбу, да. Просьбу чата Алексея и A-Sports. To the game. To the game. EA Sports, цены гейм. Вау, спасибо. Спасибо. Нет, мое мнение все-таки, что на Мираже в нашем случае все будет зависеть от стрельбы. И, возможно, еще от нестандартной игры. Потому что Мираж, мне кажется, умеет играть все, даже какие-то, возможно, начинающие игроки, там, которые насмотрелись кучу роликов. Мне кажется, что, чтобы выиграть на Мираже, нужно предпринимать что-то нестандартное и вывозить по стрельбе. И тогда 100% победа обеспечена. Ну, стрельба — это такой момент очень зависимый, потому что вот он, который и стреляет, и думает, и пытается нас еще чем-то удивить. А забирает жена телефон у Доси, чтобы он не отвлекался во время игры. Да, вот наш кальянчик, видите? Да. Вы его поругали. А он нас слышит, кстати. Да, вы его поругали. Помахай рукой, помахай рукой. Саня. Александр, помахай рукой. Саня, помахай рукой. О! Да, нет, Саша ты слышит. Не понял. Кальянчик нам принеси, мы домой летим. Саша, мы видим, как ты играешь. Это хорошо было, это было хорошо. А, Саша играет пока у нас в Форзу, да, пока мы тут ждем последних приготовлений. Катается, что-то там пробует, побеждает, не побеждает, непонятно. А у нас Досю ждали, но Дося уже здесь. Что вы думаете по поводу теории того, так, что когда профессиональный игрок играет против новичка, новичок ведет себя не по таймингам, так, он ведет себя постоянно рандомно, да, и у него есть шанс, ну, хоть что-то настрелять. Это называется неудобный оппонент, есть такое понятие. Да, да, вот, неудобный оппонент. Казалось бы, априори команда должна быть сильнее, и команда, которая играет против них, андердоги. А что, если мы делаем, так, что профессиональный игрок начинает включать такого рандомного персонажа? То есть он специально. Таким, он таким станет? Да, он станет, нет, в плане того, что он специально станет таким, чтобы противник не понимал, что он, почему он не выбегает по таймингу, где он. Мне кажется, это сложно. Мне кажется, это сложно, потому что только вот такие вот непрофессиональные игроки могут тебе в момент такие проблемы доставлять и совершать, ну, то, да, что... Да, вот я про это и говорю. Да, это ты вроде ждешь есть одного, ты ждешь... Просто, ну, про нас говорит. Ну да, ты, да, ждешь какой-то логики, да, в действиях, да, а, да, логики, да, в действиях нет, и как бы ты... Ты ждешь тайминги, таймингов нет. Да, и ты сомневаешься по поводу того вообще, что происходит на карте и почему так. Но вот будет так или нет, я не знаю, будут ли какие-то такие тайминги и проблемы у команды бустера на Мираже, потому что мы уже неоднократно говорили, что это обычная карта, на которой многие знают, как играть. У нас здесь повторы предыдущей карты с первого раунда. Для тех, кто не видел, можете посмотреть сейчас. Трейн у нас, напомню вам, выиграла команда бустера со счетом 16-5. И сейчас готовы будут уже играть вторую карту. Последнюю или нет, это вопрос, потому что, как сказал Слава, сам не знает, что там будет происходить. Он надеется, что будет противостояние, что они будут сопротивляться, им будет сложно. Вот мы сейчас и посмотрим, будет им сложно или нет. Или все-таки команда бустера так просто закроет и еще одну карту, это будет 2-0. Ну, для шоу-матча, конечно, это будет грустно. Да. Как думаете, на Мираже Пока с Фандером столкнутся на АВП на миду? Неоднократно. Там столкнутся с АВП Фандера все. Это факт. Все по разу. И Пока, и не Пока, столкнутся все. А вот что там будет и как там будет, это, конечно, вопрос большой. Вот парень в чате пишет, как ставку отменить? Что-то не то сделал. Бывают модераторы, знаете, интересно так делают. Ставят слева нет, справа да. А кто-то по автомату просто, поскольку должно быть наоборот, щелкает, не смотрит, не проверяет. Ребят, будьте внимательны. Будьте внимательны, ставки, походу, уже никак не изменить. Ну, здесь, понятное дело, что мы видим в основном хайлайты только одной команды. Ну, это логично, да, потому что у другой было немного раундов победных, немного времени, в принципе, для того, чтобы полноценно там что-то показать, посмотреть. 21 раунд мы все с вами увидели на трейне, но вот они, наши замечательные игроки, которые уже, как я понимаю, во все оружие, которые уже заряжены, и которые уже готовы нам показывать свою игру на Мираже. Ну вот Слава сказал такую фразу, что многие меня обвиняют, что из-за того, что это шоу-матч, я могу слить одну карту. И шоу-матч продолжится.
Но здесь, опять же, такое обвинение, понимаете, чат, что можно одну карту проиграть, а потом за ней вторую. Да. А я не думаю, что Славе хочется так делать. Поэтому это риск, это определенный риск. И думаю, что о таком лучше даже и не задумываться. Поэтому будем следить за той самой честной игрой. Есть победитель, есть достойный 2-0, закрывайте 2-0. Если команда Шокова лучше на карте под названием «Мираж», то пусть нам это докажут, и мы с радостью прокомментируем еще одну карту. Это, кстати говоря, будет «Инферно». Одна из моих любимых карт, какая-то она такая ламповая, атмосферная, хорошая, зеленая, наверное, одна из самых зеленых карт. Алексей, какая твоя любимая карта для комментирования за все твое время, за весь твой опыт? Не люблю «Нюк», потому что он двухуровневый, и есть некоторые турниры, и некоторые моменты по обсервингу, когда ты не понимаешь, где находятся игроки, сверху или снизу. Серый рестарт. Хорошо, спасибо. Вот. Не люблю «Нюк», не люблю «Вертига». А так, в принципе, карты все комментируем. Ко всем, как-то, не знаю, какое-то нейтральное отношение. А есть команды, которые пикают «Вертига» вообще? Я вот сколько смотрел турниров. Есть, есть. Я прям ни разу не видел. Сейчас даже уже не удивишь. Да, прям? Раньше это было удивление. Команды специально тренировали только «Вертига». И делали на нее упор для того, чтобы на турнирах, например, выступать против грандов. Например, команда новичков выступает против грандов, такое случается. Угу. Пикает «Вертига», и у них есть шансы. Они у них появляются, потому что карту они разобрали. А, вот мне чат подсказывает, «Виталити», говорят, «Вертига» пикает. Не знаю, правда это, неправда. Там мемчик про Пашку залетел. Так. Конечно, нет проблем, когда продакшн Пашка Рикиди. Почему вот. Олег молчит? Олег очень много говорит, ребят. Вы что? Мы его забьютили. Мы ему еле рот закрываем. Здесь он говорит. Не, я просто жду начать.